Доброе утро, дорогие друзья. Кирилл, привет. Какую гитару возьму с собой в Казань? СГХ какую-нибудь. Заметили, что с утра я не особо разговорчивый. Сложно, так все утро сидишь, играешь, молчишь, а потом нужно начинать разговаривать. И слова путаются. Более того, еще тембр голоса такой неприятный. Вот. Из-за того, что он мало разговаривал. Не разговорился, одним словом. Ой, ой, ребят, вы падаете, ребят, осторожнее. Сейчас как-нибудь увереннее вас поставлю. Привет. Когда в Казань? Так в Казань 29-го. Мы в Казани будем играть. Паша будет играть свой сет. И я буду играть свой сет. Будем с музыкантами. Вот, то есть будем выступать живьем. Это будет здорово и круто. Ну, я об этом всем объявлю. Но вам, как близким моим друзьям, я, естественно, все это говорю заранее. Что случилось с YouTube-каналом Паши Попова? Почему после Нового года он перестал заниматься? Я, кстати, не в курсе. Вот. Больше не планируешь выступать со старыми треками на восьмиструне? Ну, пока на данный сезон в нашей программе треков на восьмиструне не предвидится. Расскажи, пожалуйста, немного о предстоящей поездке в Казань. Да, 29-го будет концерт в Казани. Будем играть мы и Паш Попов со своими ребятами. Это будет живое выступление. Я очень надеюсь, что не будет никаких накладок и всего такого неприятного. И все пройдет, как мы запланировали. Вот. Будем играть программу. Новые песни, старые песни. Вот. Привет, Мария. Маршалы используешь с импульсами или со стоковыми кабинетами? Конечно, со стоковыми кабинетами. Кстати, когда выйдут табы на альбом Changes? Одна песня пока только сделана в табах, это Headbreaker. Сейчас, к сожалению, не хватает времени для того, чтобы доделать все остальное. Вот. О, Антон, привет! Как вам моя новая гитара? Вы не заметили, что это другая СГХ?
Кстати, до эфира, Антон, она отлично строила. И знаешь, что случилось? Это Рищу 61, не Custom Shop, обычная. И она довольно сильно, кстати, отличается от моей, той, которая стандарт. Ну вот. Это все тепло зрительского внимания. Да, согласен. Скорее всего, я еще сам нагреваюсь от этого. Соответственно, это тоже влияет. Конечно, звучит прям очень по-старому. Гриф удобный, но мне вот нравится потолще, который на стандарте, вот, честно говоря. Пока, конечно, я... Ну, на чем больше играешь, к тому и привыкаешь, конечно. Вот. А это потоньше Slim Taper гриф, как на моем Les Paul или на ESC. Вот, он другой. Просто у Рищу более винтажный характер. У нее датчики получаются 57 классик, если я не ошибаюсь, да? Вот. Ну, пафы тоже. Но не кастомбакеры. Часто ли мне приходится заморачиваться под настройкой? Краснушек грифов это как понять поднастройка. А, очень действительно чувствительно к влажности. Ну вот, как раз на стандарте там все окей, потому что гриф толстый, и нету таких особых каких-то у нее проблем. А с этой неизвестно пока еще. Здесь потоньше гриф. Да, мне всю жизнь вообще судьба намекала на то, что... Паша, ты прав, привет. Что СГ на СГ. Я когда еще играл на Суре, у меня периодически были мысли про СГ, ну, потому что она мне в принципе нравилась более-менее так. Точнее, в ее форме было что-то экстравагантное такое. Я подумал, ну это будет Сур какой-то, СГ на СГ. А вот... Если бы сейчас я вернулся, допустим, во времени, я бы сказал, глупец, бери СГ. Ну и, в общем-то, в связи с этим я продаю несколько своих гитар. И вы, как обычно, можете купить у меня несколько хороших гитар. Да, кстати, но пока отвлекемся про гитары, то есть вот реально, Паша, уже пару человек спрашивали, что с твоим каналом, почему спрашивают у меня. Может быть, тебе тоже, конечно, пишут, но до тебя не дописаться. Слушал ли я новый трек Фая? Это где он одной рукой играет? Да. Я смотрел это видео. Вот. Очень жалко, что у Стива Вая произошла такая проблема и травма. Нехрен было так херачить по гитаре. То, о чем я всегда говорил и вам, и своим ученикам, и вообще всем. Вот это вот любовь людей к какой-то необъяснимой дуболомости,
Просто давай, давай, да у него на гитаре там изолентой заклеена, чтоб струна, датчик не отлетала, да он так играет. В итоге к 60 годам сидит человек с перевязанной рукой. Ой, ребята, у меня рука заболела, сделали операцию. Один, потом второй, этот Стив Морс с повязкой там, Марти Фридман тоже там кое-как. Самое, знаете, что интересное? Я смотрю это видео Стивая, где он сидит с перевязанной рукой и говорит так и так, вот, значит, я перенапрягал руку, неправильно сидел, и вот теперь одной рукой играю, все тому подобное. Ну вот, как бы налицо ситуация, которая демонстрирует проблему. И следующее видео в предложке, я не помню, как точно оно называлось, но что-то в духе «Хватит гладить гитару, ебош!» Конечно, конечно. Ребят, на гитаре нужно играть вот так вот. Все запомните. Только тогда вас все услышат. Тогда будет все хорошо. Вот так. Сразу чувствуете, какой хороший звук? Это все ерунда. Надо играть так. Тогда будет все идеально вообще в вашей жизни. И вас все будут бояться. How long do you practice each day? I don't know, man. I just play and have fun. На самом деле, долго могу бомбить на эту тему. Вот... Еще с детства удивлялся вот этому желанию людей казаться... Причем не в тех местах, где нужно, более опасными и дуболомными. Как нужно играть? Как Пол Гилберт. Надо играть, как Пол Гилберт, в плане звукоизвлечения. Вот. А чтобы понять, как играет Пол Гилберт, попробуйте поставить на гитару струны 0,8-39 и взять медиатор 0,5, ну или 0,6, и поиграть. И тогда вы поймете, как нужно играть на гитаре, с каким звукоизвлечением. Чтобы у вас не было никаких проблем с вашей правой рукой и вообще с техникой. А своих друзей, коллег и вообще, в принципе, окружающих людей вы можете пугать как-нибудь иначе. Я, конечно, передергиваю в этом смысле, что... Не в том смысле, в котором вы подумали. Вот. Но в том плане, что подкалываю, конечно, на тему вот этой вот херачения. Я уверен, что люди-то ничего плохого не хотят. Реально хотят и думают, что так лучше. Но, как видите, не у всех получается дожить до старости целыми и невредимыми после этого. Обидно, да? То есть ты просто играешь на гитаре, а это тебя калечит. То есть ты не прыгаешь, не знаю, на лыжах, не занимаешься никаким любым другим видом спорта, экстремальным. Ничего такого, в принципе, не делаешь, но при этом, тупо играя на гитаре, ты становишься калекой. Зачем? Ребята, у вас 75 человек, а чего у вас так много? Вы классные. Вот. У Гилберта проблемы с ушами, да, да. Именно поэтому мы купили микшер на базу. Потому что это очень круто играть через 100-ваттный Marshall. Он звучит великолепно. Правда, на базе... Громкость на 100 ваттнике выше, чем 2, чуть-чуть побольше, конечно, не выкрутишь, потому что он начинает забивать барабаны. Вот. Благо, у меня есть 50-ваттный Marshall. Но, тем не менее, все равно, вот мы поставим микшер и все оденемся в наушники, и все. Потому что реально после часа, ну, да даже, наверное, после получаса игры, вот, учитывая, что у нас довольно аккуратный звук, и все хорошо слышно, все равно начинает свистеть в ушах. Мальмстин вообще отличный гитарист. Вот здесь вопрос про Мальмстина. Великолепный, он очень круто играет. Мне очень нравится. Его свобода вот в том, что он исполняет. То есть он играет свое, но он настолько свободно всем вот этим вот так вот. Очень здорово. Ох,
ребятушки, что-то вы начали писать, но давайте я немножко поотвечаю. Почему так резко стал угорать по классическим гитарам? Да, ну, я давно, на самом деле, просто ты, видимо, не замечал. Вот у меня и видео, и Гибсон постоянно мелькал, и Страт. Вот. Вообще, про это много раз говорил. Просто двигаюсь вслед за своим вдохновением, и все. Так что, тупенький вопрос. Серёж, что будет более универсальное, СГ или банка от Китила? Надо слушать каждую гитару отдельно. Но я бы посоветовал тебе, конечно, Гибсон. Ну, вот. Вот. На твоей СГ есть угол грифа по отношению к гитаре? Если да, то не напрягает? Так он мне, наоборот, этот угол ради этого угла, ради этого угля, я же с Киселёвска, с Прокопьевска, а вот ради этого угла я, собственно, играю на гибсонах. Мне отсутствие угла, наоборот, напрягает, а его присутствие помогает. И, конечно, здесь есть угол, как без него. Видите, какой? Идеально. Добрый день, Сергей. Могли бы вы не удалять некоторые стримы? Да, пожалуй, оставлю. Говорят, что мать не человек. Да почему не человек? Но... Возможно, быть музыкантом и не посадить при этом стук. Да, конечно, но в чем проблема? Просто все время пользуешься, когда гробко наушниками, затычками и все. Мониторами. Ну, то есть, чтобы заценить большой, красивый звук в реальности без наушников и все остальное, вот, ну, то есть, можно поиграть там минут 5-10, этого будет достаточно, чтобы понять, как это все. Потом одел наушники и продолжаешь репетировать дальше. Потом еще, опять же, очень много зависит от того, насколько ты, в какой точке ты стоишь относительно кабинета. То есть, если угол, играть удобнее. Мне, да. Вот мне удобнее играть, если есть угол на гитаре. Вообще, в целом, гибсоновская вот эта вот вся история с мензурой, углом, вот, мне гораздо удобнее, нежели чем, допустим, стратовская история. Физический труд повлияет на игру со временем? У меня не повлияло, но только, наверное, в лучшую сторону. Так, ребятушки, ну, в общем, вот. Что хочу сказать. 82 человека на стриме. Кому-нибудь, да, из вас по-любому нужен отличный Ибанес, вот этот вот. К сожалению, у меня не получается покупать гитары и при этом не продавать остальные. Поэтому вот этот отличный Ибанес я могу вам продать за недорого. Почему он отличный и чем он так крут? Это, во-первых, раритетный Ибанес, очень редкий. Во-вторых, он восстановлен. Вот при том, что он весь есть в оригинале, то есть все запчасти остались и все остальное, на нем новое железо, то есть новый Floyd Gotha японский, очень хороший, с таким длинным глубоким кием, отлично звучит, килем, извиняюсь. Вот. Потом датчики Seymour Duncan есть, на нем сейчас стоят. Ну, плюс к оригинальным, да, еще. Дальше лады. Джескар Андрей Смолин поставил. Блин, он на меня, наверное, обидится, что я его продаю. Но извини, Андрей, мне нужны деньги. И гриф. Вот этот вот противный старый лак. Я просил Андрея снять. И как на мюзикменах Axis гриф промаслить. То есть... Головка грифа осталась под лаком, а весь гриф матовый, приятный на ощупь. И новые лады, то есть гитара полностью в таком вот супер плейабилити состоянии, ну, мега шред палка. Конечно, она выглядит винтажно, потому что она старая, но по звуку и по работоспособности это прям вообще улет и бомба. Просто мне больше нравится играть на гибсонах, и я купил эту гитару, мне нужны деньги. Поэтому, пожалуйста, купите у меня этот Ибанес. Это будет недорого для такой гитары. За цену в личку. Пожалуйста. Вот. Еще я продаю Фридман.
Фридман усилитель. Это уже, конечно, не дешево совсем, но это, сами знаете, очень-очень-очень хороший и, ну, всем крутой усилитель. Опять же, просто мне больше нравится играть через свои маршала. Покупайте Фридман. Пожалуйста. 88 человек. Кому-нибудь вам из вас по-любому нужен Ибанес и Фридман. Hi, I'm from Indonesia. Hello, man. Why do you often use Gibson now? Because I have fun with Gibson now. Бах сейчас был, по-моему, нет. Бах, это вот эта штука. А, там по-другому же. Мелодически. Вот. Сергей, какая цена? Давайте в личку, если вам интересен реально Ибанес. Да, я могу показать, конечно. Давайте я его сейчас возьму. Все такие железочки, то есть и крышечка, и задняя крышечка тоже есть. И более того, здесь еще есть вот эта вот редкая на сегодняшний день ибанезовская система для того, чтобы машинку заблокировать для работы наверх. Вот ее можно открутить, и машинка будет работать в обе стороны без проблем. А можно закрутить, и будет только работать на понижение. Соответственно, можно дропать гитару без каких-либо проблем. Вот. Давайте проверим, насколько она хорошо строит. Сразу на Ибанезе хочется что-то пилить и играть какой-то шред лютый. Идеально. Вот реально, вот я уже двум своим ученикам предложил. Как бы, не у всех есть возможность просто, но она идеальна. Экшен просто любой можете отстроить. И нигде ничего не треснет, не пискнет. Так что, ребятушки, это Ибанес. Так я его делал просто для себя, и, блин, ну, вот так вот получается. Да, и всю электронику я тоже поменял, то есть все вот эти потенциометры. И ручки, кстати, тоже оригинальные есть, я просто... Они не налезают на мои новые потенциометры, вот, так что здесь уже извините. Все, есть и датчики оригинальные есть, ё-моё. Ну, он, конечно, ну, чуть-чуть ушатанный внешне, хотя это красиво, на мой взгляд, для гитары 85-го года или 86-го, какого она? 86-го. То есть она как бы чуть-чуть покоцанная местами, да? Ну, вот, видите, да? Еще на ней есть... Очень правильные мотивационные послания, которые вот так вот со стороны особо не видать. Но если присмотреться, то здесь остались следы от наклеек. Это видно только если присмотреться. Не знаю, вам видно или нет. Наверное, видно, да? Вот они. Здесь написано, допустим, следующее. Хватит гладить ебош.
Шучу. Ван Хален, Ред, Европа, Ричи Блэкмор, Докин, Стив Вай, Брэд Гиллис, Райзинг Форс, Тони Макалпин, Кис, Дак Олдридж, Пол Гилберт. Что-то пропустил. Европа, Битлз, кстати, да. Лоуднес какой-то. Какой-то японец. Акира Такасаки. Еще что-то не могу прочитать. Вот. Это очень крутая гитара. Ну и, кстати, родной Флойд тоже остался. Так, сейчас я дойду до того, что вы написали, до вопросов. Значит, Мария спрашивает, как мы играем на репе в наушниках? Какая схема и общий микс? Все микрофоны с барабанов, ну, баса и гитары, идут в микшерный пульт. Behringer XR18. Вот, там можно сделать, там есть 6 мониторных линий моно плюс 1 наушники. Соответственно, получается 3 мониторных линии плюс 1 наушники, это для 4 человек. Можно сделать 4 индивидуальных микса. Хотя я не уверен, что на наушнике можно вывести индивидуальный микс. Но, в общем, не суть. Но как минимум на 3 можно вывести 3 индивидуальных микса всего, что в этом пульту звучит. Вот. Разница между SG-61 и SG-стандартом. О, много разницы. Гриф другой, корпус немножечко отличается, датчики другие. Конкретно на этой гитаре, которая 61, у нее ладов почти не осталось. Вот. Какую-то классическую вещь ты сейчас играл? Может быть, если это было давно, то я играл... Скерцо Си-минор Бах. Скерцо, да. Чувствую ли я разницу между стальными и незильбером эмералдами? Есть разница. Вот. К стальным отношусь очень хорошо, и это нужно понимать в зависимости от гитары. Допустим, это шред-палка, где нужно такое как бы очень филигранное чувство и быстрое, поэтому, естественно, стальные лады. Если это Гибсон, допустим, Рейшью 61, то незильбер, ну, вот это вот все. Что за датчики SH-11, кастом-кастом, по Ван Халену, а это SH-2, по-моему, на ковыль. На Ибанезе есть небольшой угол, вот, и у него в целом довольно прикольно сделан гриф. Вот это, я считаю, то, чего не хватает многим современным гитарам. Видите, как далеко он стоит от корпуса. Это очень круто и очень удобно, особенно для игры стоя. Вот. Допустим, есть вот плоские гитары. Но это небольшой угол, не такой, как на гипсоне. То есть, надо понимать. Вот. Допустим, когда ты играешь стоя, и гриф очень глубоко посажен в деку, когда ты опускаешь гитару ниже, вот до этих мест тебе приходится дотягиваться как бы вовнутрь. Если особенно у тебя не очень большая рука, как у меня, или меньше, приходится затягиваться. А когда гриф выпуклый из корпуса, то есть он не глубоко посажен, вот этот сам карман не так глубоко выпилен, то гриф как бы находится под пальцами, он ближе. Поэтому вот этот вот выпуклость, вот это, как на старых стратах, как на суперстратах 80-х годов, допустим, это прям вот топ вообще. Есть ли мысли, почему мастеров гитары в основном это субстраты, не знаю. Спросите у мастеров. Сергей, есть ли у вас сейчас бесплатные уроки? Я только бесплатными даю уроки. Кстати, это шутка такая забавная. Я не уверен, может быть, человек, с которым я общался, тоже шутил со мной. Вот. Вопрос был именно такой, есть ли у вас бесплатные уроки. Я сказал, что есть, но все заняты. Вот, напиши через полгода. Он написал через полгода. Я говорю, так все забиты. Он говорит, вот халявщики. Я говорю, согласен. А, вот.
А, гусячий этюд. Это мой этюд, да, классический. Вот эта вот история, да. По какому поводу прямой эфир? Ибанес впариваю. Точнее, ищу того счастливчика, кто захочет обладать этим великолепным инструментом. Я уже все про него рассказал. Если вкратце, это Ибанес винтажный, который доведен до совершенства. Новое железо, новая электроника, новые лады. Очень низкий экшен. То есть можно настроить как угодно, будет все очень хорошо звучать. Вот. Очень стабильный Флойд. Вообще не расстраивается, как угодно. Вот. Ищу счастливого обладателя этой гитары. Родной винтажный японский чехол в подарок. Тот самый кожаный. Ну, как бы кожаный. Я на бас-гитаре играть не умею. Точнее, я на ней играю, как на гитаре. То же самое, представьте, только на октаву ниже. Никаких волчков, только зайца. Вот, и те маленькие и незаметные. Как опустить струну, если делаешь бенд большой? А все остальные струны просто держи. Вот медиатором, допустим, четвертую. Ну, если мы играем на третьей струне, медиатором снизу четвертую можешь поддерживать. Ну, или, допустим, там, если на второй струне, то третью медиатором снизу, а первую пальцем. То есть такой, создаешь капкан. Все остальное не звучит. И все. Почему-то смотрю на это Ибанес и вспоминаю Стивакс. Хочешь играть на гитаре? Бать, купи эту гитару и играй. Вот. Рич Котсон великолепный гитарист. Да, зигзаг, кстати. Видите, да, вот ты бы нас-то лучше строил. Антон, а ты откуда знаешь, что дорого-то? Гусячий этюд сыграть. Ой. Были ли у меня проблемы с спиной от игры, и как их решил? Да, ты знаешь, появляются, когда я играю, допустим, с тяжелой гитарой на ремне. Вот. Или когда сижу с неудобной гитарой. Но вот я решил их, вот, собственно, и все. И как-то они сами по себе ушли. Эти проблемы. Суры хороши, отличные гитары. Ну, так что, да.
думаешь о стерлингах Петруччи в сравнении с японскими? Не, ибанес-то лучше, конечно, однозначно. Японский ибанес – это хорошая гитара. У меня, кстати, остался до сих пор семиструнный ибанес, и я его не планирую продавать. Мне он очень нравится. Вот для этих всех дел всяких, пониженных там и всего остального. Вообще великолепно. Вообще вот эта тема со стерлингами, мне непонятно. Они выглядят же убого. Ну, реально убого. Они дешево выглядят. А ибанес выглядит хорошо. Так, как бы строго. Вот это вариация на тему. Вот так. Че, Плини вообще красавчик. Молодец. Вот, если вам... Здесь я отвечаю на вопрос. Вот, кстати, чем мне еще не нравятся сохраненные эфиры, ну, это больше, конечно, проблема самого Инстаграма. Надо на Ютубе стримить. Не видно вопросов потом. То есть я как будто, ну, то есть разговариваю так с темы на тему, перепрыгивая, и непонятно, что это на самом деле был вопрос, например. Отрази картину, Серега, а то мозг не воспринимает левую руку. Чувак, вот помоги мне с этим. Как это делается? Вот. На айфоне. Потому что я не знаю, как это на айфоне сделать, реально. Но я уже привык, на самом деле, быть левшой. Мне нравится даже. Белый гриф ибанеза. Единственное, что в них раздражает, покрась в розовый. Саня, привет. Как поживаешь? В записи вроде есть чат, да? Но я что-то не нашел. Ребята, так мы не будем, конечно, заморачиваться. Вот. Ну что, ибанес что-нибудь покупает? А, да, Саня, это новая СГ, смотри какая. Классная она. Вообще по-другому выглядит. Рисковать. Попробую, конечно, тыкнуть, но я, по-моему, тыкал уже везде и не было ничего. Да, можно так зайти в настройки камеры, там поменять. Ну хорошо, ну а что, мне нравится вот как-то, вот, как час выглядит, как-то оно прикольно. Ну ладно. Какой год СГ? 2004 года гитара. Вот. Макс Остро вообще великий гитарист. С самого первого раза, когда я услышал его, это было ясно уже. Не то чтобы я такой, знаете, я когда услышал этого парня, я понял. Нет, ну, блин, сразу же понятно, что человек играет или не играет.
что про него нужно говорить, всегда нравились такие вопросы. Ну, да, как бы я уже перестал, ну, бомбить, как бы, и вообще как-то комментировать вопросы. Ну, хочется человеку услышать мое мнение на тему того или иного музыканта или гитары. Или... Ну, окей, мне, в принципе, не западло. Привет, привет, из дома ведешь? Да, из дома. Студия, ребятушки. Студия – это, знаете, это консоль там у человека стоит какая-нибудь. Ленточный магнитофон. Вот. Пару 11.76 в реке, а то и побольше. Пултеки там и все такое. Вот, это похоже на студию. Вот. Это не студия. Это просто моя комнатка. Наша комнатка. Бэкинг-трек под ромашку. Вот. Ну, я могу закинуть, на самом деле. Сами пропишите метроном там, потому что всем он нужен по-разному. Напишите, я скину. Клавиши там действительно хорошие. Вот. Потому что когда я играю ее на концерте, ну или, так сказать, в принципе, я, естественно, играю под клик, то есть вот так. Вот это место. Ну, это там.
все. И клик дальше останавливается, и дальше сам же. Почти попал в такт. Да, надо это прямо сейчас сделать. Так, ну что, кто-нибудь надумал покупать Ибанес? Или нет? Так, я сделаю два варианта. Значит, сделаю с кликом для тех, кто не умеет делать, допустим, клик. Вот. Прямо вот из этого проекта и сделаю. Клик, наверное, только может чуть-чуть поменьше. И отдельно этот сам трек, чтобы можно было прописать клик под себя. Так. Сейчас прям в эту же папку и сохраню. Так, сателлит. Камомайл. Вот, ребятушки, ну что, насчет Ибанеза, да? Подумайте, пожалуйста. Да, вот. А то мы сейчас, ну, на базе столько трат. То миксер, то еще чем-нибудь еще. Теперь нужно всю коммутацию покупать. Вот. Вот. Ну что, дорогие друзья, спасибо вам большое за внимание. Вот, спасибо за ваши вопросы. Пойду дальше делать дела. Пока-пока.